Красивые, прекрасные и успешные женщины со всех областей страны собрались на важном мероприятии, приуроченном к Международному женскому дню, организованном благотворительным фондом «Сурья». По словам председателя фонда, на торжественном мероприятии приняли участие более 200 выдающихся женщин. Наш фонд в преддверии праздника решил устроить торжество и поблагодарить наших участниц за их активное движение в жизни общества. Спонсорами является сама организация. Женщины приехали со всех уголков страны. Они мамы-героини, мамы-близнецов. В целом все те, кто не сидит сложа руки, а делает множество работы для развития своего села, района или города. Благотворительный фонд «Сурья» существует более 10 лет. На свой 5-летний юбилей они проводили конкурс талантов «Мы – близнецы». Основная цель организации – это поддержка талантливых детей-близнецов и их родителей. Я приехала из села Петровка. У меня 4 детей, и 2 из них – близнецы. Они учатся в 8 классе, занимаются музыкой, играют на ОСКОМОС и занимают призовые места на республиканских конкурсах. Мы с мужем приехали из села Казарман. У нас 7 детей. Я предприниматель, занимаюсь продажей сотовых телефонов. С самого начала работаем с Сурьё Эйджей. Спасибо ей за оказанное внимание и поддержку. Но фонд не ставит границ, они также оказывают всяческую поддержку и женщинам, которые активно занимаются общественной деятельностью и в целом саморазвиваются. Я рада, что оказалась в числе таких выдающихся прекрасных женщин. Спасибо за приглашение. А я, в свою очередь, хочу поздравить всех женщин с наступающим праздником. Пожелать здоровья и благополучия. Женщины – это двигатель. Женщины – это огромная сила. И мы имеем большую роль в развитии страны и общества. В молодости я работала дояркой, ну а вот сегодня пожинаю плоды своего нелегкого труда. Дети мои, благо, очень хорошие. Воспитала, значит, достойно, все для меня делают. Внуков и правнуков много, даже не знаю, сколько их. Отметим, участницы мероприятия были награждены медалями, почетными грамотами и ценными подарками. Кроме этого, для них был организован праздничный ужин. Рахат Батырбекова, Джумабай Исманалиев, СТВ, город Бишкек.